Хочу внести уточнение, дорогие мои, устоявшиеся каноны, которых придерживались работники света, и не только света, собственно говоря, многие годы. Нет зова, нет ответа. То есть еще недавно, до того, как наше солнечное кольцо начало выходить из темного рукава галактики, этот процесс начался уже несколько лет в физическом плане и, соответственно, и в тонком плане тоже, действительно существовало правило: не просят, не лезть, стой, наблюдай. То, что делают ваши и делали наши ангелы-хранители, когда не было крайней необходимости и угрозы вашей жизни, в принципе, никто не вмешивался в ваш выбор и не мешал вам совершать то, что вы решили. Причем ваше решение происходило на тонком плане, и если вас на физическом плане спрашивали, то, конечно, ваши устремления были далеки от того, что происходило с вами. Так вот, действительно, пока не просили о помощи, пока она не предоставлялась, и о помощи необходимо было просить. Что изменилось? Сегодня силы света получили законное право предложить помощь. Другое дело, что помощь не предлагается бесконечно. И врата возможностей не открыты бесконечно. Если, дорогие мои, мироздание вам посылает сигналы, знаки о том, что пред вами открыта дверь, остановитесь на миг, задумайтесь, входить или нет. В следующий раз предложение может быть озвучено в следующей жизни. Лично я открыт к предоставлению помощи до тех пор, пока я вижу в этом какой-то смысл. Когда я вижу явное нежелание жизнепотока принимать эту помощь, конечно же, я перестаю обращать на него внимание, уважая его выбор. Выбор каждого жизнепотока свят. Свят и для сил горних, и для нас, мастеров, которые работают и в тримерии, и в тонком плане. Поэтому, дорогие мои, когда вам кто-то предлагает помощь, подумайте, может, надо согласиться. Конечно, ранее я и сам ошибался, и на своих плечах многих пытался вытащить. Но неблагодарная задача из болота тащить все равно кого. Особенно тот, кто не хочет быть вытащенным. Поэтому, дорогие, спокойно предложите свою помощь. И если от нее отказались, ничего трагического в этом нет. Вот. И если вам предлагают помощь, подумайте. Может, действительно, надо снять корону с головы. И в какой-то момент вы не справляетесь сами, и вам нужно принять эту помощь. Принять этот совет. Действием, советом, знаниями оказывается помощь. Да, действительно, на планету приходит сейчас очень много новых энергий. Они интересные. Многих из них никогда не было в нашей локальной вселенной, дорогие. На нашу планету пришли жизнепотоки, которые никогда не воплощались в тримерии. Это очень интересные персонажи. И я все больше встречаю таковых. Есть просто жизнепотоки, которые никогда не были в форме гуманоида. Это тоже очень интересно. Поэтому сейчас очень много нового. Уже десятки лет транслируются новые энергии, знания. Знания не новые, просто они для нас переоткрываются. Некоторые знания были запакованы, и кто-то из вас был посылкой этих знаний. И за вами охотились. Очень многие интересные истории я когда-нибудь вам расскажу, когда для на это будет позволение. Потому что только сейчас я начинаю говорить. И я думаю, что дальше я заговорю интересно. Хорошего вам настроения, дорогие.